Как открыть свой прибыльный бизнес, да еще, чтобы получать от этого удовольствие? Это наверняка мечта многих из нас. В Шымкенте в одной из гостиниц города прошел бесплатный семинар-тренинг на тему, как превратить свое хобби в бизнес. Большая часть аудитории сегодня молодежь. Многие из них хотели бы открыть свое дело, да вот незадача, не могут выбрать какое. Я в данный момент нахожусь в поиске идей. Есть мысли определенные, и хотелось бы найти пути, как и что делать, с чего начинать. Пришла, с другой стороны, зарядиться атмосферой. На тренингах всегда как-то другая атмосфера, заряжаешься, появляются новые идеи, какие-то новые контакты. Опытный спикер, бизнес-тренер Палаты предпринимателей Канат Абельдабеков сегодня ведущий семинара. По его словам, есть несколько вариантов, как превратить свое увлечение в бизнес. Прибыльное дело должно приносить удовольствие вам и пользу будущим клиентам. Есть такая хорошая методика, которую мы сегодня хотим поделиться, и все знают, наверное, икигай. Можем просто делить, да, то, что мы любим, то, что нам платят, и то, что мы умеем, и то, что нужно людям. Вот здесь нужно чуть-чуть откорректировать, и обязательно появится ваше хобби, которое можно превратить в бизнес, либо вашу профессию. Асхат Нурлыбаев – большой любитель кофе. Парень мечтал, чтобы в Шымкенте было место, где этот ароматный напиток делали бы качественно, вкусно и недорого. И в начале 2017 года решил открыть свою сеть кофеен. Сейчас у Асхата две небольшие кофейни в городе, плюс передвижной кофейный магазинчик. Составляющими своего успеха парень считает сплоченный и дружный коллектив, качественную продукцию и креатив. Потому что не было нормального кофе и зернового, и самое главное, доступного. Мы вот подошли вот с такой стороны, что кофе стоит дешево, и он качественный, и самое главное, вкусный. Усилия были, потому что у нас команда креативная и сильная. Было не сильно тяжело, так как мы очень сильно хотели открыть. В Шымкенте, как нигде, думаю, легче все это делать. Каждый может этим заниматься. Каждый. Самое главное – огромное желание. Вот так из своей любви к кофе можно сделать прибыльный и процветающий бизнес. К слову, в детстве я обожала писать заметки и даже вела несколько дневников. И можно сказать, что я превратила свое хобби в дело всей своей жизни. Теперь работаю журналистом. И самое главное, я люблю свою работу. Теперь и вам предлагаю задуматься, а чем вы любите заниматься в своей жизни больше всего?